Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня мы будем угадывать песенки за 10 секунд. Сразу предупреждаю, вот Лон Вульф, который у нас все время, вот это вот последнее время, раньше Максим подбирал, а теперь у нас есть помощник, который нам это все делает. Админ телеграм-канала. Да, вот. И этот админ телеграм-канала, он... Песенки делает, которые я не знаю. Я изначально уже не знаю. Потому что одно дело те, которые ты уже 100 лет слушал, другое дело, которое ты сейчас слушаешь, и очень трудно понять, кто это. Вот. Поэтому, скорее всего, у нас не получится вот все угадать. Давайте, знаете, как придумаем? Давайте так. А мы, что там надо в наказание, что я не угадаю, что, помяукать? Удалить канал. Помяукать, погавкать. Буду мяукать. Договорились? Вот. Ну, скорее всего, мяукать мы будем долго. Я знаю, что тут 21 песенка. Поэтому я сейчас буду считать, сколько я угадаю. Скорее всего, ни одной. Ну ладно. Что-то я нервничаю, как всегда. Это самое сложное, мне кажется, проверка меня, и каждый раз я проигрываю. Каждый раз. И, ну, редко, когда я все угадываю. Сынок, ты бы хоть мне помогал. А я что, слышу, что ли, что там происходит? Ну, как-нибудь послушай. Послушай, я боюсь. Камера скатилась. Послушай. Как и мы. Да шо ж ты. Все. Hello, даже камера волнуется, не то что я. Погнали. Вот этот Лон Вульф, он всегда все портит нам. Бандуешь на сцене, да это легко. Дерьмо в стакане, я иду на дно. Мои деньги рядом, и мы заодно. Но твои деньги в жопе, они далеко. Не знаю, кто это. Далеко. Бушида Джо. Здесь лига охуевшего интернега. Диско, подбой слайм, прыгай, прыгай. Делай слайд, этот трек настолько черный. Будто с нами Джексон 5. Не знаю. Это две уже. Бислайн, Бизнес, СМН и Мазелов. СМН. Кто это? Давайте хоть музыку послушаем. Кто это? Юра, Юра. Ну вот, друзья, вот я хочу... Ой. Да как же я задолбаюсь, это все с вами какая-то. Я уже знаю, кто это. Как... Ту девочку зовут. Какую? Плохую. Какую плохую? Которая плохие песенки поет. Инстасамка. Нет, еще хуже. По поводу чего? По поводу вот этого всего. Ну, на букву Д. Чего Д? Девочку зовут. Девочку на букву Д. Даяна Рос. Короче. Надо выдохнуть. Друзья мои, вот я вам говорю, я даже не знаю, про что там. Как я могу угадать? Я и вообще первый раз слышу этого. Кого? Вот всех. Всех ты слушала. Вот. Вот эта девочка, которая ля-ля. Попробуй меня, на-на-на. Дарьяна. Вот. Верите, я ее, скажем так, что я ее узнала, потому что она когда только заиграла, я на буковку «Д» говорю, я просто забыла это имя. Давайте зачтем мне это как бал. Я пью гранатовый швекс, отбиваю боль, затяну кеды поуже, повыстрашу ветеро. Я готов к этому, я готов терпеть боль. Хоть послушаем, ДК Брайан Напс. Неси любовь. Ты мне не нужен, девочка, это. Это... Подожди, это приличная девочка. Сынок, терпи. Минута 30. Я терпеть буду, когда буду это все обрабатывать. Подожди, приличная девочка. Может, это? Кого мы последний раз... Про что она поет там? Что-то мне не нужен ночью. Если хочешь, то не нужно ночью. Приличная девочка. Кто у нас из приличных девочек здесь был? Ладно. Янина. Не такая уж и приличная. Да? Бифы в интернете бифы. Я не верю. Верю в то, что видишь.
Ой, это платье Амо. Вот, друзья, Фрэнкли Тах. Последняя любовь, пепел на простыне. Ой, это кто-то. Это три дня дождя? Кто это? Кто это? Кто это? Моргенштерн! Друзья мои, я не знаю, кто это, я просто хочу про Моргенштерна сказать. Прикиньте, я сравнила «Три дня дождя» и Моргенштерна, насколько Моргенштерн, который у нас иностранный агент. Но там же как бы, он же взял стиль. Его? Ну, конечно, в этом треке-то все его сравнивают с «Три дня дождя», да? И с «Гориллаз» в том треке. Вот так, друзья мои, не знаю, что там про «Гориллаз». Потому что я сначала услышал такой припев и такой, ой, это «Три дня дождя», потом послушал куплет, ой, это «Гориллаз». Прикольно. Погнали дальше. Взлетает самолет. Взлетает самолет, Максим. Добро пожаловать. Неверлуп. А, вот, кстати, его можно было узнать, просто слишком коротко. Выходи пить пиво, сынок. Пошли. Кто? Пошли. Кто это? Кто хочет пиво? Пол матери. Ты бы хотел, как Сейлор Мун, чёлка силуэт. Как Сейлор Мун ты хотел бы. Сынок, помогай. Я откуда знаю? Я не знаю этих песен. А-а-а, озеро в лесу. Сквозь баб. Позор! Я никого не знаю. Стоп-бан, Шайни. Ну откуда мне это знать? Могу запрыгнуть сам и потом тупо умереть. Твой парень не знает, как я тусуюсь. Ага, bitches on bitches, tryna do it. Прогноз, как Найк, логотип, just do it. Хотели меня накурить, но я не иду. Кто это? Токсис? Недавно прям слушала. Токсиса недавно слушала. Ты ожеркаю на сцене, я шмокал эти парни с твоим броу на измене. Я беру новый пакет, чтобы оставаться в темпе. Бича не стою на месте. Ничего не знаю, ничего не знаю. Унки, унки, юнки. Блаус, ну я не знаю таких. Слава богу, много бабок. Я живу только красиво. Много баб. Сквозь баб мы уже его слушали. Навряд ли. Басо, платина. Друзья мои, ну как можно угадать? Ну как можно угадать? Давайте уже это самое, накажем Лон Вульфа. И честно, это вот платина и подобное для меня тоже... Это вот стена. Белый шум для меня не одинаковый абсолютно. Да вообще. Нет, просто в следующий раз надо в нашем телеграм-канале бросить клич, чтобы предлагали свои песенки, но просто не такие песенки, которые невозможно угадать. Потому что, ну как бы... Сяду как-нибудь, соберу тебе сборку. Найду, да, надо бы те, которые я чаще всего слушаю. Пару часиков сделаю. Ну вот, а их что? Ну Токсис, ладно, а вот платина. Ну откуда же я? Как это озеро в лесу не узнала? Да, сынок, когда я нервная... Надо было на меня просто посмотреть. Я сейчас буду на тебя смотреть. Что озеро в лесу? Я сейчас на тебя... А я все равно не слышу, не знаю, кто там. Погнали. Как этот дым, как этот дым сжигает меня внутри. Сжигает меня внутри. Что-то приличное. Кто это? Дым. Егор Крид. Крид и Джонни. Егор Крид. Да тут не узнать. Как спокойствие, как голове, тишина. О, это монеточка, иностранный агент. Ты четверг, ты 16:00, ты ромашковый чай, ну хоть два. Только девочек сегодня. Только девочек сегодня узнаю. Меня сегодня кто-то забудет и не вспомнит никогда. Кто это? Висписки Вилвуд. НК? Влада Платон. Вот, это НК. Мне не важно. Ну! Вот он. Я его встретила. Друзья мои, три!
из 21. Ну, ты только НК из всей толпы там угадала. Да. Узнала. Ну, спасибо хоть... Хотя бы его. Нет, друзья мои, вот понимаете, я раньше визжала, кричала, а сейчас у меня полная безнадега. Я просто понимаю, что я никого и так не узнаю. Ну, давайте еще одного угадаем, а то сколько же мне кукарекать-то тут мяукать. Я такой охрененный. Сынок, а как же повезло со мной жить, ЧСВ, или да, Серега Пират? Твои любимчики. Я проебал в нем зарядку. Все. ДНС и МВидео меня слали нахуй. Вся вселенная нас обоссала. Вид видный, книга, книга. Книга, книга, вид видный, друзья мои. Вот ну, любимчиков не угадала, а был бы секс, да, поняла бы. Да, был бы секс, поняла. Надо иногда делать мне подсказку. Надо иногда делать секс. Да. Так, из 21 я угадала 3. 21 минус 3. 18. Считай. Мяу! 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 Сын отвернулся, ему стыдно. У меня кринж. Мяу, 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 мяу. Все, я отработала все. Ну, считаю, что из вашего этого современного рэпа я не тяну никого. Ну, Моргенштерн как-то не угадала. Слушай, ну Моргенштерна. Ну, опять, так выбрал специально такой, чтобы я не угадала. Именно припев, наверное. Да, ну да? И все, у меня пошел этот самый 3 дня дождя. Можно было, кстати, мне сделать эту поблажку и засчитать. Потому что, ну, 3 дня дождя ж там было. Вот такие пироги. Ну вот, собственно, и все, что я хотела сказать. Всем пока.